Вот, друзья, смотрите. Существует Творец. И представьте его в форме большого гигантского тела. И вот в это тело входит наша планета и все вселенные. Все галактики, все звезды, все солнце, и наше солнце, и луна. И представьте теперь, что вся эта вселенная, как будто это клеточки Бога, гигантского тела. Как в нашем организме существуют всякие клеточки, и каждая клеточка выполняет ту или иную задачу, работу. То есть наши клетки ходят на работу каждый день, да? Кто-то живет в сердце, кто-то живет, извините, в кишечнике. То есть каждая выполняет свою функцию. Не напоминает ли вам это деление на варны? То есть шудры, вайши, кшатри, браманы. То есть кто-то, вот шудра, да, в ногах наши клеточки, кто-то выполняет функцию кишечника, да. Да, Господь Митра, полубог Митра управляет кишечными, как говорится, делами утилизации мертвых клеток и тому подобное. Так вот, но какие-то клетки живут в разуме, да? Точно так же и мы в теле Бога выполняем, кто-то выполняет ту или иную позицию, занимается той или иной работой. И нет ненужных профессий. Но у каждого одна функция. Если в нашем организме, если клетка начинает перерождаться в связи с неправильным образом жизни хозяина, то возникает рак. Она превращается в паразита. Точно так же и мы. Мы как клеточка Бога, Творца. Если мы начинаем быть злыми, завистливыми, жадными, гневливыми, лживыми, мы превращаемся в эту перерожденную раковую клетку. Мы становимся похожими на ту раковую клетку, которая в нашем организме. Так вот, вы знаете, что вы каждый раз, испытывая ту или иную негативную эмоцию, обижаете Творца. Он плачет. Каждый раз, чувствуя ваш гнев, он плачет. Вы вашему отцу доставляете боль, невыносимую боль, видя, как его дети от незнания простых законов мучаются ему в 10 раз больнее, чем вам. Вы думаете, ему все равно на вас? Да нет. И все эти войны не потому, что он так хочет, потому что мы так все хотим. Мы это допустили. Мы пришли сюда по собственной воле на планету. И все, что мы устраиваем по нашей собственной воле, и все болезни по нашей собственной воле, по нашему желанию возникли болезни. Представьте себе, мы это сами захотели. И имеем то, что имеем. Что нам остается? Признать, что мы сами виноваты. Покаяться и начинать изучать знания, которые приведут нас, наконец-то, к состоянию здоровой клетки. Чтобы мы были счастливы, мы должны исполнять свой долг, каждый на своем месте. Как я сегодня сказала, лучше исполнять свой долг не в совершенстве, чем в совершенстве не свой долг, не свое место занимать. Это так сказано в Бхагавадгите, это не моя отсебятина. Как вы знаете, отсебятиной я не занимаюсь. Все, что я изучаю, я просто это транслирую через свое тело, через свои клетки. Поэтому задумайтесь, пожалуйста, каждый раз, когда вы злитесь, выйдите из себя и посмотрите на свое лицо. Я лично себя смотрю, думаю, боже, какой уродец, что за урод на меня в зеркало смотрит? Я смотрю в зеркало на себя, говорю, вот это лицо ты хочешь видеть, да это же уродец перед тобой. Вот то же самое мы должны провести. Ну, напоследок, конечно же, я приглашу вас в свой телеграм-канал, ссылка в шапке моего профиля. Там знания о здоровье, о том, как стать здоровым в гармонии с Творцом.